6+. С марта по июнь в чебоксарских школах пройдет памятная акция «У победы есть имя». Вспомним героев Советского Союза, наших земляков, в честь которых названы улицы столицы. Иллюстрированный журнал о подвигах фронтовиков – это тоже дань памяти тем, кто отстоял наши права на жизнь. Потомки должны знать всю правду о войне.